Вот так рука об руку идут из этапа в этап участники проекта на одной волне. На этот раз представители старшего и молодого поколения устроили настоящий модный показ. Каждый пришел в своем наряде. Ветераны продемонстрировали остроносые лодочки и кепи, а также вспомнили времена, когда кружево носили все. В арсенале молодежи вернувшиеся в моду поясные сумки и кружевные элементы. Хочется это передавать дальше, из поколения в поколение. Надеюсь, что так оно и будет. А вообще, это очень здорово, когда вот мы, молодое поколение, перенимаем опыт от старшего поколения. Это очень влияет на связь поколений, поэтому мы не чувствуем то, что мы какая-то там древность. Молодежь тоже с удовольствием смотрит на нас, видит, что это красиво. Мы тоже смотрим на молодежь. Четыре предмета гардероба, кочующие из одной модной эпохи в другую, стали отдельной темой обсуждения. Белая обувь, кепи, поясная сумка и кружево. Помогла разобраться в цикличности модных тенденций арт-директор школы стиля Жанны Трой Юлия Сабурова. Взрослое поколение, они сразу начинают лучше понимать абсолютно, да, там, своих внуков, им это все безумно интересно, погружаются во все это, то есть, мне кажется, это больше для того, чтобы понимать, наверное, своих родственников и близких. Для этого и разработали проект на одной волне участники городской школы социального проектирования на базе молодежного центра Горком-35 и при поддержке городских властей. Такие встречи не в первый раз помогают представителям разных поколений лучше понимать друг друга и стать ближе. Второй сезон проекта близится к завершению. На финальном этапе участники напишут лингвистический диктант, используя полученные за время участия в проекте знания. Айнур Жабагина, Михаил Прищев, Вологда РФ.